Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, чтобы с комфортом провести эти выходные, заблаговременно составьте план действий. В нем должно хватить места и для бытовых дел, и для развлечений. Тельцы, улыбка уже не раз привлекла к вам внимание окружающих. Вот и сейчас вы сумеете правильно распорядиться своей популярностью. Близнецы, настало время открыть себя творчеству и воплотить в жизнь свои невероятные идеи. Раки, побудьте хоть немного дома. Вы сумеете и пообщаться с родными, и набраться сил для новых свершений. Львы могут встретиться с приятными неожиданностями. Но признайтесь, вы ведь о чем-то догадывались, а это значит, что вы к ним готовы. Девы, научитесь любить окружающий мир. Прогуляйтесь по парку, покормите птиц. Вы совершенно точно почувствуете себя лучше. Весы, сидеть без дела не в ваших правилах. Наступает хороший период для саморазвития и повышения профессионализма. У скорпионов появится отличный повод продемонстрировать свою гостеприимность. В двух словах, ждите гостей. Стрельцы. Звезды поощряют тягу к физическим упражнениям, но также напоминают о мерах предосторожности. Активный спорт травматичен. Козероги. Вы делаете правильно, что стремитесь к переменам. Пришло время, когда нужно ломать стереотипы и стремиться только вперед. Водолеям пришла пора задуматься о смене имиджа. Запланируйте поход в салон красоты и удивите всех окружающих результатом. Рыбы, вероятно, получат то, чего нам всем так не хватает в жизни – взаимопонимание с окружающими и душевной теплоты. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.